Новые грани восприятия. В одной из чебоксарских средних школ открылся необычный класс. В чем его особенности, какие предметы смогут изучать ребята, выясняла наша съемочная группа. Удобные кресла, 3D-очки, все как в кинотеатре. Вот-вот включится проектор и начнется фильм, обучающий. Первыми зрителями стали родители и педагоги Чебоксарской 59-й школы, чтобы своими глазами увидеть, как их дети будут изучать новый материал. 3D-видеофильмы по предметам позволят интерактивно, интересно, в 3D-очках, по-современному провести урок и учителю в том числе, да, и ученикам. Будет привлечено внимание каждого ученика. Ролики небольшие, короткие, 7-5 минут. Физика, химия, биология. Из плоских страниц учебника эти предметы переходят в объемный мир графики. Некоторые ребята уже успели побывать на 3D-уроках. Был предмет химии. Проводились опыты, рассматривались ролики, как проводятся лабораторные работы, в ходе которых было ясно показано, что при смешивании кислот, например, и щелочей проводится к определенной коррозии, повреждения, которые явно просматривались. 3D-класс рассчитан на 16 мест, поэтому занятия проходят в два этапа. Пока одни смотрят ролики, другие решают задачи на интерактивной доске. Не только демонстрация какого-то предмета, темы урока. Это учитель может в течение самого урока останавливать трансляцию, рассказывать. То есть современные средства обучения позволяют интегрировать в том числе и традиционные формы обучения, которые нам уже привычны. 59-я школа пока что единственная в республике, в которой есть такой класс. Вполне возможно, что в скором будущем объемные предметы появятся и в других образовательных учреждениях. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика.